Церемония награждения прошла в торжественной обстановке. Поздравить уважаемых женщин пришли многие. Александр Садчиков каждой юбилярше вручил почетные грамоты за своей подписью и высказал слова благодарности. Каждую минуту, каждый час отдает себе работе, беспокоится о людях, беспокоится о жизни людей, о трудовых коллективах. Делает очень много как депутат районного совета. Старается в этой жизни быть очень положительным примером для всех. Это всегда дается очень трудно и сложно, и непросто. Потому что такой тип людей, он всегда в поле зрения, в поле внимания. Я с особым удовольствием хочу поздравить вас. И самое главное, чтобы вы были вот такой красивой, надежной, в жизни положительной. И всегда от вас шло добро, тепло. И та энергия добрая, которую вы передаете людям. Позвольте вам вручить этот приветственный адрес. Почетную грамоту главы района. Ну, это самая высшая награда района. Вы ее заслужили. Сейчас такое интересное время. И хочется работать, и хочется все больше и больше что-то делать. И вообще в моей жизни такое кредо. Быть нужным людям. Поэтому я не думаю о себе, если я хочу кому-то помочь или что-то, ну, что-то сделать, жить приятное в жизни. Почетную грамоту с такой же формулировкой за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в социально-экономическое развитие Лабинского района и в честь юбилея Александр Садчиков вручил Светлане Халимоненко. Светлана Николаевна почти 40 лет посвятила муниципальной службе. Уважаемая Светлана Николаевна, многим сделала добро, не говоря ни слова, ничего того, чтобы как бы особая была тебе благодарность, но это была твоя постоянная ежедневная работа. Многих выдвинула, и многие здесь сидящие проходили через твой отдел, многим давала характеристику, многих, как говорится, смотрела в глаза и говорила, так поступает или не так. Это большая, очень жизненная школа. И связь поколений, ее терять нельзя. Подрастают новые специалисты, подрастают новые мнения, новые суждения. Но без опыта старших, без прошлого, по этой жизни очень трудно идти. Связана вся была моя работа вот, со служением людям. Конечно, действительно, правы вы, Александр Александрович, очень сложные были периоды в моей жизни. Но с вашей помощью, с помощью коллектива я их преодолела. И на сегодня чувствую себе силы и здоровье служить и дальше нашей маленькой родине, муниципальному образованию, Лабинский район.